Герман и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, дорогие друзья, с вами Герман, и мы продолжаем играть в русскую рыбалку Instruction Soft. И как в предыдущей серии мы с вами потерпели фиаско в турнире Safari на деревенских просторах. Это было ужасно. Я переигрывать его, конечно же, не стал, потому что мне было лень. И я хочу как-то компенсировать эту потерю, поражение, выполнить ачивку моего подписчика, поймать трофейного леща на Паше. Андрей его зовут, так, по крайней мере, на YouTube. Давайте едем на Пашу. Не знаю, получится поймать или нет, это то же самое, как палка о двух концах, потому что никогда не знаешь, что там клюет. Может быть, получится, может быть, нет. Он, в принципе, написал и локацию, и прикормку, и какие ямы. Ну, вообще, молодец. Огромное ему спасибо. Так что сейчас мы посмотрим вообще на станицу. И сейчас я уже все скуплю, все заготовлю, и мы уже продолжим. Итак, мы с вами уже на локации. Еще сразу продлим путевку. Вот, уже у меня уже была одна поклевка, поймал не зачетного леща. Если зачетный лещ будет идти, то тоже неплохо, в принципе. Но нам нужен трофей. Трофей — это то, зачем я сюда приехал. Трофей — это хорошо. Так. Опля. Открыт турнир, но перебили. Какой турнир? Давайте глянем. Урал-Боярин. Понедельник. Можно съездить на Урал-Боярин, подзаработать денег, опыта. Он нужен. Очень нужный турнир. Так, надо было 8 часов. А, ну ладно. Так, это я уже думаю, подумал за турнир. Вот еще одна ямка. Но пока что в ней ничего не клюет. Он написал, что посередине локации в ямке. Больше ямок я тут не наблюдаю, таких глубоких. Ну вот, смотрите. Допустим, вот это самое глубокое. 0,6. 6 метров. И больше я как бы не вижу ямок. Тут. Может быть, тут еще где-то есть. 3,59, видите, да? Но... Ага, вот. Вот. Вот еще одна ямка. Окей, вот 4,53. Но я думаю, лучше здесь еще проверить. Может быть, здесь есть какая-то тайная яма. Нет, по-моему, тут нету больше. Можно посерединке вот так кинуть. Путаница как сюда вот это будет. Не люблю путаницу. Так, 5,57, 6,01. Так, ну все, вроде бы нормально на макароны. Давайте теперь прикормим. Прикормки — большой лещ, макароны, конопляное масло. Ну, по крайней мере, мне так подписчик написал. Ямка, надеюсь, это. Ну, клюет рыба, значит, та яма. Я так думаю. За трофейный лещ, я думаю, он килограммов на 8-10 будет. Он мне там скидывал скриншот ВКонтакте, но я не помню уже, конечно. Так, давайте закормим. Заметьте, только вот в этой, где 0,6. Ой, ну, короче, 6 метров. Вот только там клюет. В остальных не клюет. Прикормочку зарядили. Должно быть нормально теперь. Можно, в принципе, перезакинуть. Единственное, что плохо, рыбу далеко тянуть от самого этого, от самого верха. Да, клюет только там, где 6 метров почему-то. В этих вообще молчок. Странно почему-то. Должно и там же клевать. Вообще лещ не такая ночная рыба, она клюет ночью и днем. Ей все равно, когда клевать. Но сейчас не тот момент, почему-то она... Shift-E. Вот так вот. Немножко надо очистить после сафари, потому что вот эта вся фигня, она начинает накапливаться. А, ну это можно на этот, на сделать наживку, ну это ж
Я уже забыл про наживку. Ладно, это я уже потом, это ж на паузе стоит. Все, ждем, я надеюсь, будет клевать. Будет клевать. Потому что одна только шестиметровка клюет, а другие не. А. Никак не хотят. Хотелось бы, конечно, в этой серии поймать трофейного леща. Я еще не знаю, на что он писал ловить его, на поплавок или на донку. Но у него вроде бы ничего не было написано в комменте. То есть просто вот так. Три ямки и все. Трофейный лещ. Ну не знаю, попробуем поймать. Если не получится, то что ж поделать. Ничего не поделаешь. В принципе, смотрите. Кстати, я узнал, что карма может быть миллион. Миллион это максимальное количество кармы. Мне кто-то, помню, в комментариях спрашивал, Герман, какая максимальная карма? Я написал, поймал, отпусти. Но, может быть, спрашивали про цифры. Вот теперь я вам отвечаю, что максимальная карма это 1 миллион. И все. Миллион доходит, и потом вы отпускаете рыбу, играете турнир, у вас карма не прибавляется. Так на миллионе и держится. Поэтому будьте, ну как, ну можете там уже рыбу не отпускать. Вообще считаю, вот у меня хорошая карма. Я как бы вот эту рыбу зачетную, я ее не отпускаю, я ее собираю. Хочется все-таки 1000 насобирать рыбы и, ну, оценить ее. Просто вот мне как бы вот хочется, и все, такая моя глобальная ачивка, лично моя. Потихоньку так. Собираются виды рыб. По чуть-чуть. На 1000 рыб я уже ачивку давно выполнил, потому что уже поймал 3000. А вот зачетную, это я помню, мне вы писали, что типа Герман, выполни ачивку. Там поймай 1000 рыб. Я поймал, теперь вот сам, так сказать, сделал себе еще давно ачивочку. Сложно поймать только зачетных 1000. Это, конечно, очень круто. Блин, зачем я выпустил леща? Из него ж можно было уху смотреть. Ну, уже поздно. Уже поздно. Вот это, кстати, рыбу можно ловить и этот. Только на живца ее пускать. Она только на живца годится. Лещ у нас не клюет. Сейчас скажете, Герман, ты открыл этот садок, поэтому не клюет. Знаю, но просто не могу удержаться. Ну, блин, давайте вот эту удочку тоже тут, где 0,6, кинем. Нет? Не хочешь? 3,84. Почему тут вообще? Худо дело, если честно. Вот, 0,6. Вторая. Блин. Надо закинуть на 0,6. Да что ж так не везет, а? Во, теперь две удочки на 0,6 стоят. Теперь эту надо куда-то приспособить. Ну вообще можно рядом, в принципе. Тут, на том же месте. Ну что-то я сомневаюсь, что что-то клюнет. Потому что вообще, глядите, у нас клевало только на одну удочку. Давайте закормим капитально. Может быть, потому что ночь. Но сейчас уже близится к утру. Должно клевать хорошо. По крайней мере, должно. Все, ждем. 4 утра. Клев должен идти хороший. Вообще, лещ, он всегда хорошо клевет. Да в те же самые 4 утра. Там, вечером. Должен идти хорошо лещ. Ну вот, и опять эта же удочка первая. И все. Это точно не трофей. По-моему, когда клюет трофей, удочка всегда до красного аж сгибается. По-моему, так. Резко оборвалась. В смысле? Как так возможно? Я ж на двойку нажал. Странно. Офигеть. Если это был трофей, а мы его с вами упустили. А, я перепутал удочки. Это в репертуаре Германа. Путать удочки. Вот поэтому я ненавижу, когда удочки стоят впритык. Терпеть не могу.
135, а у меня леса нету. Ладно, поставим покруче леску. Не страшно. В принципе, тут нет рыбы, которая может поломать. Но когда, если вдруг ставите такую леску, и вы знаете, что у вас удочка не очень, как бы, у вас удочка дорогая, вы ставите леску больше, то не забывайте, что если вы пойдете на какую-нибудь рыбу крупную, она может обломать спокойно удочку. Поэтому в случае, вот как вы, как я, вот пользуетесь, если вот вы ловите мелкую рыбу, то можно крупную леску поставить. Если идете на крупную, не забудьте зайти в магазин и купить. Просто сейчас моя лень, я не хочу возвращаться в магазин на базу, и поэтому так вот поступаю. Но вы не забывайте, потому что если, допустим, удочка там на 1000 килограмм, а вы ставите леску на 1200, и тут у вас клюет, допустим, что-то выше 1000, все, у вас сразу же удочка хряснет, ну, только вы успеете на нее нажать. Поэтому вы аккуратнее с этой штукой. За 1000... на 1000 килограмм удочку терять, или даже вот хотя бы на 600. Обидно, очень обидно, потому что это деньги. А у меня сейчас с деньгами не очень-то хорошо. Может быть, если 1000 рыбы оценю, будет очень много денег, но сейчас у меня с деньгами действительно проблема. А можно, в принципе, так копить рыбу, и потом уже на 100-й серии, если вот у нас дойдет видео до 100-й серии, на 100-й серии выпустить всю зачетную рыбу. Вот это будет круто. Вот это будет действительно офигенно. Ну там посмотрим. Кстати, вот. Лещи ловятся пока что. Но трофейки пока нет. Нет трофейного. Ну, как говорится, не сразу, конечно, трофей клюет. Может быть, вот тогда вот он клюнул и леску оборвал. Ну, надеюсь, он еще клюнет обязательно. Трофей. Потому что трофей мне нужен. Хочется все-таки действительно иметь в коллекции много трофеев, много скриншотов, но оно ж не всегда так получается, что... Ой, извините. Что-то фигня какая-то. Не всегда... вот это вообще какой-то мелкий. Сбрасываем. Хочу его тянуть. Он по-любому не зачетный. А на уху мне его не нужно. То есть, если мне нужно будет ухи, я на волх поеду. А мне ухи по-любому надо будет, потому что у меня уже накончается. Если идти играть турниры, то еще может быть турнирчика на 4 хватит, на 3. Не, на 4 где-то. И все. И потом надо будет опять уху. Чё, может опять прикормку, чё её жалеть, большой лещ, макароны, всё-таки ж покупал, конопляное масло, делаем прикорм, вот один шарик остался, выкидаем его, или выкидываем, так, по 2 шарика на каждую удочку, не будем жалеть, как говорится, скупой платит дважды, скупой. Кто не знает смысл этой поговорки, то суть заключается в том, что если вы заходите в магазин, а там йогурт один стоит 50 рублей, а другой 10 рублей, вы покупаете за 10, открываете, а в итоге он просроченный. Есть вы его не можете, вы приходите и платите за йогурт за 50 рублей, то есть вы платите дважды. Нет? Не двойную цену, а платите дважды. Вот смысл поговорки. Тут, не знаю. Отлично. Должен идти клёв. Может, надо ловить на поплавок? Если на поплавок, то это вообще попа полная. У меня удочек нет, это мне надо покупать. А я не хочу покупать. Опять мелочь клюет. Блин, ну давайте уже вытянем, уже тянется. Пока что тянется. Дотянем назад. Давай. Да, вот, блин, такую рыбу даже тянуть не стоит. Незачетную.
Так тянешь ее, тянешь, ну без толку, все. Да и опыта мало. В принципе, можно посидеть на Черном море, половить рыбку. Ой, вот эту я уже забыл, как она называется, сардину. Вот. Сардинку половить. За сардинку неплохо капает опыта. Довольно неплохо. Поэтому сардинка очень такая хорошая рыбка. Так, серию собираюсь на 20 минут сделать. Давайте продолжу, когда, если поймаю что-нибудь, еще посижу, может быть, часик, может быть, пол, ну, реального времени. Посмотрим, если что-то будет действительно стоящее, то продолжим серию. Ну и так, если не будет, я, конечно же, продолжу, расскажу, что как. Все, давайте. Итак, дорогие друзья, после где-то 2 часов ловли, ну, может быть, чуть-чуть меньше, в итоге наловил вот столько вот лещей. Вот, посмотрите. В принципе, не очень много, но, ну, наверное, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 леща поймал. По-моему, это очень много для меня лично. Если честно, Андрей, я не могу поймать трофей. Я вот уже давно сижу, как видите, по выловленной мной рыбе. Я уже второй раз купил, ну, путевку, потому что то время закончилось. Ну вообще, короче, жопа полная, люди. Что-то у меня вообще на летсплей, то есть на серию, у меня не получается вылавливать трофеи. Не знаю почему, че заколдована рыбалка, че я заколдован, хрен его. Вообще не идет, вот, ну, вот беда такая, вот вообще, вот сегодня вот, думал, посижу где-то полчасика максимум. Посидел полчаса, ничего не поймал. Думаю, посижу еще полчасика, посидел, потом думаю, ну все, буду сидеть еще несколько часиков, посмотрю, что получится. В итоге посидел еще час, то есть я часа два посидел. Вот весь мой результат, 42 леща. Не, ну попадались еще незачетные, но я сбрасывал там парочку, там, наверное, штук 8 я еще незачетных сбросил, маленьких лещей. И вытащил еще, может быть, штук, ну, 5-7 отпустил. Так что лещей поймал много, но трофея так и нет. Вот это меня, конечно, очень сильно обидело, столько просидеть, трофея до сих пор нету. Блин, Андрей, конечно, извиняй, извиняйте еще то, что глубинку не поймал. Вообще жопа, как-то я расстраиваюсь в последнее время насчет того, что у нас не получается вообще ловить трофеи с вами. Ну, у вас получается, у меня нет, я вообще не могу поймать. Почему хреново? Я потом, может быть, вне видео посижу, тупо буду, попробую поймать все-таки глубинную щуку. Буду сидеть или того же леща этого пока не поймаю. Но леща тут полегче, можно что-то делать, а если что-то, если вдруг клюнет, переключился. А вот глубинку там сидеть тягать надо будет блесенькой. И это жестоко, конечно. Ну ладно, всем огромное спасибо. Еще комментируйте, если знаете, где лучше выловить трофей леща там или трофей глубинки. Помню, мне еще на Волге писали за глубинку, потом попробуем. Так что ставьте большие пальцы вверх. Ну блин, пока что не везет, но я думаю, когда-нибудь фортуна повернется к нам передом, мы береговой бриз подует на нас, и будет все нормально. Так что всем огромное спасибо. Большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Если вы до сих пор не получаете уведомления на свою почту о выходе новой серии, то обязательно оставляйте свою почту в комментариях. Всем огромное спасибо и до новых встреч. Пока-пока!